Футбольный клуб «Муром» продлил беспроигрышную серию до 9 матчей. В минувшую субботу во второй игре весенней части первенства ФНЛ-2 муромцы взяли верх над сильным соперником – клубом «Ленинградец». Справившись с давлением гостей, красно-черные использовали свой шанс на 37-й минуте. Неточный пас защитника питерцев на вратаря перехватил Никита Голуб и отправил мяч в пустые ворота. После перерыва гости остались без капитана, который был удален за две желтые карточки. Муром уверенно довел матч до победы, при этом в концовке у хозяев отличился Николай Кабаев. Комфортный перевес в два мяча позволил тренерскому штабу уже в компенсированное время выпустить на поле сразу двух молодых воспитанников Муромской футбольной школы – Григория Комиссарова и Артема Щеглова. Причем для последнего это был дебют на профессиональном уровне. С 18 очками Муром закрепился на 4-м месте, сократив отставание от идущего 3-м ленинградца до 5 очков. Следующий матч муромский клуб проведет 16 апреля в гостях против «Кайрата». Мы довольны результатом. Понимали, что будет очень сложная игра. Такой она и получилась. Вот, понимали, что нам надо будет много терпеть черновой работы, потому что команда способна доминировать, соперник я имею в виду. Вот, мы их хорошо анализировали, с большим уважением отнеслись к ним и как к команде хорошего уровня. Вот. И, в общем, поставили определенные задачи перед собой, ключевые, так скажем, по оборонительным, атакующим действиям, вот, на стандартных положениях. Мы предполагали, что выйдет Вотинов нападающий, большой Максим. Я даже примерно могу сказать, почему он выйдет, потому что он у меня в трех командах играл, и психологический такой прием иногда тренеры применяют. Вот, и на самом деле это усложнило игру в обороне нам. Но тем не менее справились. И что касается атаки, тоже провели быстрые ответные атаки, хорошо в них вложились и, в общем, реализовали две из них. Про такие игры, как говорится, можно сказать одно. В общем-то, побыстрее забыть, да и больше не возвращаться. Сколько мы за этот матч совершили грубейших ошибок, за всю первую часть чемпионата, плюс вот этот матч первый с командой «Волна», такого не было, такого количества. Но, к сожалению, и красная карточка добавилась к тому, что мы не смогли дожать, в общем-то, соперника. Поэтому сами проиграли матч, хотя при всем уважении соперник очень неплох был. То есть видна была стратегия, то есть игра от обороны, плюс с быстрыми выбеганием в атаку. Но это, в принципе, мы готовились к этому всю неделю. Мы об этом говорили на теоретических занятиях и, соответственно, в практических занятиях моделировали эти ситуации. Мы были готовы к этому, но, видите, человеческий фактор плюс, в общем-то, вот это непонятное количество ошибок, как я уже сказал, повлияли на исход такого матча. Хочу пожелать вам здесь удачи, и чтобы команда существовала. Знаю, что ваш глава здесь любит футбол, присутствует на матчах. Так и должно быть.